Краснодарский край получит более миллиона рублей на лекарства для детей-инвалидов. Соответствующее постановление об увеличении субвенции на лекарства для детей-инвалидов подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Согласно документу, от 17 сентября, опубликованному на сайте правительства, всего объем субвенции увеличат на 618 миллионов рублей в связи с увеличением количества лиц, имеющих право на получение этого вида государственной помощи. Во втором квартале в федеральный регистр было дополнительно включено 116 тысяч граждан, которые могут получать такую соцподдержку. Их общая численность составила более 3,5 миллионов человек. Деньги предназначены на обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья, медикаментами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Кубани на эти цели выделено более 1 миллиона 148 тысяч рублей.